И это снова я, и снова здравствуйте. Я забыла, как я сейчас поняла, сделать свуч, вообще распаковать вот этот вот блеск Эйвон, который мне пришел в подарок за заказ. Что она там у нас была? Кристальная лилия. Сейчас он на мне. В принципе, он, мне кажется, немножко таким суховатым, когда я его наносила. Мне казалось, что он будет немножко пожиже, он густой. На губах вполне прикольно ощущается. Сейчас гляну на себя. Ну, в принципе, ничего такой, но то ли у меня сейчас слегка сухие губы, там какие-то немножко ошметки, мне кажется, есть. Сейчас я нанесу на руку, вот просто и покажу вам. На руке он у меня смотрится вообще как-то так вот, при нанесении розово. Ну, вот, лапа у меня сейчас, видать, уже подзагорела. Попробую погуще сделать. Вообще, кажется, что он такой, не знаю. Я вообще такими блесками, мне кажется, первый раз пользуюсь в Эйвон. То ли он не совсем полный, хотя он запакованный был, то ли он так вот уже его держу. В общем, он какой-то очень густой для меня. Но теста ради я его, пожалуй, запользую. Буду периодически пользовать. Если не для обзоров, то так вот, для себя любимой где-нибудь на воздухе. Ну, в смысле, на выход куда-нибудь. Вот, я нанесла поболее плотно так. Ложится он, в принципе, хорошо. Ну, как-то непривычно еще. Плюс я уже забыла, как пользоваться этими кисточками. У меня немножко другая кисточка от блеска, который у меня классическая обычно в моих обзорах присутствует. Ну, я бы, наверное, себе такой блеск не купила. Но в подарок вполне ничего. Ну, не совсем тот, конечно, оттенок, который мне нравится. Но иногда я и такие ношу. И для разнообразия вполне можно попробовать. Вот такой небольшой обзорчик. Если вам это было интересно, то я рада. Ну и все-таки пока.